Итак, хотите смотрите, хотите нет, а нам интересно, и мы будем играть. Привет всем и погнали. Убегаем от чудища. Габриэль. Вот, на этом закончилась предыдущая наша серия. Прочь с пути, трусы. Куры это трусы, что ли? Вот и чудище. Это монстр. Ого, у него какие щупальца. Фонарь у него, ничего себе. А, это что, затягивает в эти лучи. Поросенок наш испугался, думаю. Так. Мы бежим. Сейчас надо будет прыгать, убегать. Буна. Втягивает этими лучами, как НЛО. Ой-ой-ой, кто-нибудь, помогите. Эй, народ, помогите. Используйте W. W используйте, чтобы выбраться самому. Мы плывем. А, не плывем, а вот он лезет, цепляется за камни и выскочил с этого луча, наконец-то. Все бегут. Кого-то втягивает. И что с ним там интересно происходит? А? Умирают? Превращается. Прыгать, проклятые трусы, это куры-то. Лукас, блин, если бы я остался в этом подвале, я бы... Ну да. Спасибо, что вернулся за мной, Джесси. Без тебя бы мне был бы хана. Итак, мы все опять собрались, и за нами родится монстр. Подождите, мы должны держаться вместе. Да. Так, хватай ее, хватаем, тянем. Ой-ой-ой, куб, я больше не могу. О, Габриэль пришел на помощь. Вот, спасибо ему. Хорошо, хоть супергерой нам помог. Все целы? Нам нужно попасть в мою крепость. Мы там будем в безопасности. Сейчас мы, по-моему, должны будем бежать и прыгать, наверное. Что-то тут такое делается. Спасибо за помощь. Что ж, теперь мы в расчете. Ого, красавчик, да? Уба, он кидается камнями с огнем. Это чудище с тремя черепами. Как они там называются, я не забыл. О, народ бежит. Ай, надо. Это на даче. Да, иссушители. Опа, мы успели проскочить, потому что... Максик вовремя нажал кнопку Q, да? Вот, все, мы выскочили из города и бежим. Но эта штука гонится за нами. Черепа из сушителя, да, три штуки. И он кидается в нас какими-то огненными камнями. Бог его знает что, но нам надо бегать ямы, нам надо прыгать, иначе... Ой-ой-ой, лес горит, не останавливаемся, встретимся на той стороне, каждый бежит сам за себя. Но ямы, конечно, приходится самому перепрыгивать, да? Ух ты как. Красиво горит, черт побери, все-таки. Ай! Все. Нет, ну... Вы, ну... Мы... Щелкните для... Ну, бывает. Нельзя в лучи попадаться, как вы поняли. И нельзя под эти вот горящие камни. Короче, надо оббегать ямы, оббегать лучи. Стрелками работает. Каждый разбегается. Так, ну в этот раз мы, наверное, удачнее пробежим. Ну-ка. Блин, как это, как снаряды какие-то. Ай, тут еще и... Прыгать надо, не палки. Храм близко, за мной. Ого, щупальцами. Опа, сейчас надо перепрыгивать еще. Ай-яй. Стрелка влево. Хорошо, хоть те сами будут. Опа, перепрыгивать. Е. Опа. Вовремя. Фу, по-моему, мы почти успели. Быстрее в храм, быстрее. Комната полностью из обсидана. Нам тут будет безопасно. Опа. Ага, безопасно. Стрелка. Убегаем. О, портал. Ого.
Если пройдете через портал, right что-то здесь не так. Нет света. Ага, up, у нас Jesse? Есть кресало, которое мы дома нашли. А, он в огне, ну кресало, да. И, короче, Gabriel! Надо было зажечь один из портал. Губана. А, Габриэлю идем помогать еще. Тащим его клавишей Q. Тащим уже который раз. Ев. Мы уже его третий. Ать! Кого он схватил? Нет, не схватил. Сенкер. Так, в портал. Их там так много. Я не могу всех спасти людей. Я не справлюсь в одиночку. Нужно найти остальных героев. Сорен исчез много лет назад. Найди остальных. Возьми этот амулет, береги его как зеницу ока. Ты справишься. Как я их найду, хочешь я с тобой, как это действует? Можно и спросить? Я верю в тебя. Бери амулет. И шуруй давай. Пройди через портал. Ух ты, надо говорить еще и отскакивать. Так, надо идти в портал, короче. Я так думаю. О! Рубить надо хвост или что-то. Щупальца. Опа! Рыжая, молодец. Как всегда нас спасла всех. Так, идите и встретимся за порталом. А я пойду. Вперед портал. Петра, ты должна пройти через портал. Извини, Джесси, мне есть дело поважнее. В случае чего, встретимся у храма. А, опять? Габриэля. Так, опять надо его спасать. Что ж такое? Он все время... О, и Петра туда. А что такое? Все стоят. Так, влево, уклоняемся. Лукас! Тянуть надо, блин. Что ж такое-то? О, Петру вытянули. Габриэля! Надо. Идите! Опа, ага. Была задумана. Понятно. То есть он хотел, не хотел, а влетел в портал. Я уже понял. Нас обоих в портал. Там осталось Петра. Петра осталось и Габриэль. Джесси, о чем он говорит? Там был хаос, он замерз. Кто замерз? Он замерз. Что это означает? Что? Нет. Ты не можешь. Петра все еще наверху. Ты не можешь возлагать это на меня. Я испугался всего на миг. Испугался? Я не виноват. Испугался и не виноват? Назад, Аксель. Нужно вернуться. Нет, лучше подождем. Подумай, на что ты идешь. Мы должны вернуться. И просто надо дать время. Петре нужна наша помощь. Мы идем. Эй, вон она. Ага, где? Ну уже, быстрее. А что? Опа! И это... Опять вы. Ого! Через портал? Это фигня пробежала. Ничего себе. Сейчас он сломает портал. Дынь. Сломал. Ага. Но нет худа. Назад пути нет. Но зато и чудище не пройдет за нами. Айвор. Айвор зато прошел. Родители этого чудища. Не притворяйте, воришка. Вы взяли у меня самое ценное зелье. Ударить его. Бац! Айвор это запомнит. Это ничего не даст, ребят. Лучше усвоите урок, а то разделите участь Габриэля. Там наверху ничего не осталось. Ничего, кроме иссушающей чего-то. Мы чего? Мы тратим время на разговоры с этим уродом. Надо найти Петру. Девчонку? Я ее видел. Что? Когда я бежал к порталу, встретил ее. Она неслась в противоположном направлении. Очень смело, однако между смелостью и глупостью очень тонкая игра. А, мы знаем, Петра вообще выберется. Ваша подруга за нее заступилась. Ты трус. Может быть, но я уцелел. Это важнее всего.
Уцелеть — это не главное в жизни. А если не уцелеешь, то и жизнь не нужна. В этом тоннеле есть пути для вагонеток, проложенные когда-то. Нужно пойти этим путем. Нам следует его послушать надо. Как же ты выберешься? А что я? Прибегну к воображению. Я пожелаю вам удачи в Нижнем мире. Вам это пригодится. И он пьет зелье и... Бац! Одна бутылочка осталась. Ой-ой! Какие они большие! Это кто? Это Агаст. Агаст? Это Агаст, слышите? Хо-х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 о
вагонетка. Так, влево, влево. Успели? Ну, успели. Гаст. Гадкий гаст. Вагонетки. Погнали. Опа-на. Итак, американские горки начинаются. Фью. Ух ты. Зато красиво. Посмотрите. Вот это да. Нижний мир мы поехали. Да уж, тут столько лавы и огня, и других радостей, от которых можно дотла сгореть. Мик, мик. О нет, надо сейчас будет это. Обрыв! Еще другой обрыв. Крепко держаться, руки вверх. Прикрыть глаза. Что выбираем? Какой еще брыв? Вперед! Ого! Класс! Вот это отрасывающий. Убана! Тут камеры еще как интересно. Пригнится! Прыгнуться! Осторожно! Блин, что ж такое? Моя головушка два раза по голове нам дала. Полагать. Я один заметил, что мы съехали. Хорошо. Опа, рычажки, рубильник. Ну же, давай. Так. Включил. И. Надо же, я думал, что нибудь неприятное случится. В разные стороны. Вот блин. О, Аксель, Оливия, Рубен, кто-нибудь. Ух ты. Ага, Рубен свистнул. Бэт. Получи. Бэт. Рубен, remember how I said everything? А у Рубена нет меча, вот проблема. I know I was wrong then, but I have a very. Этот раз у меня хорошее чувство. Мама, они бьются огнем. А, надо отбивать эти штучки. Опа, получи. Ага, вот так вот. Ими ихними же штучками их можно и победить, да? Опа! Отлично. Опа, двух нету. Минус два, минус три. Все. Гастер официально вычеркнут из моего списка запланированных встреч. Зачем с ними встречаться? Ох ты, забег. А черт, гастер. Какой ужас, какой кошмар. О, не понял, рельсы кончились. Нет, это трамплин. Трамплин. Ха-ха, мы догнали своих. Ага, столько так. Пинь, посмотрел. Все целы? Чего не молчал? Стало быть, живет. Пожалуй, это неплохо. Я-то уважаю. Поверить не могу. Петра постоянно сюда спускается. Жуткое место. Тебя, Аксель, потом еще и горло будет болеть. Говорите за себя, рохли трусливы. Мы с Рубеном вели себя здорово, правда, Рубен? Хе-хе, да. Чего-чего? Ну нет, это мы бежали, как резанный поросячий виз, как раз по твоей части. Ух ты, здорово, как интересно. А, это вообще неинтересно. А это классно. Может ли человека стошнить внутрь? Ага, меня уже раз пять.
внутрь стошнить, это другое. Посмотрите на это место. Здесь расходятся все пути, и, наверное, отсюда можно попасть в любую точку мира. А вон и портал. Об этом и говорил Габриэль. Это наш выход. Он должен вести наверх. Но наверху эта тварь. Он прав. Мы понятия не имеем, куда попадем. Там может быть опасно. Но кто рискнет? Спасибо за твою смелость. Ладно, иду, вот прямо сейчас. Ну так на меня смотрит. Я не пойду, иди давай. Ты справишься. Не тяни, сначала я. О-о-о. Хочу убедиться, что мы ничего не забыли. Сначала я. Я не это имел в виду. Я иду. Ну, если ты так настаиваешь, пошли. Сейчас. Что ж, увидимся на той стороне, надеюсь. Будь осторожен. Спасибо, Джесси. Самый смелый. Там будут сейчас какие-то... Не знаю, может и мост. Кто знает, что там будет? Посмотрим. Воп. Ну, вода. О, лес. Или что это? Горы. Это не то, что я ожидал. О, водопад, можно... упасть. О! Зомби, блядь. Где наш меч? Есть. Есть, есть. Ну, это монстры, таких мы знаем. Не тот здоровенный такой. Бац, и все. Уже не шло. У нас каменный меч. Он не так быстро ломается, как деревянный. Там был зомби. Ого, мертв. Теперь его совсем мертв. Он совсем мертв. Или чуть-чуть. И мы попали в ночной лес, в темноте, и черт знает где. И ходят всякие пауки, тут, ну, всякая гадость, как всегда. Ну, скелеты, наверное, еще будут. Аксель, кончаю, но где-то здесь. Успокойся, Аксель. Он назвал меня глупцом. Неправда. Ну, хотел назвать. Неправда. А, ты что-то сказал? Нужно построить убежище. Это верно. Кажется, я об этом и говорил, но... Ага, правильно, темней. Да и вообще. Давайте построим домик на дереве. Это займет целую вечность. Пока будем строить, нас могут заметить. Лучше наскоро соорудим хижину. Слушайте, то что угодно, лишь бы спрятаться. Ну, что мы будем строить? Хижину или домик на дереве? Хижину. Мы выбираем хижину, потому что это быстрее. Все, Оливия, Джесси сделал выбор. Приступим. Итак, мы начинаем строить хижину. Пук. И все. О, мы их немножко сейчас заставим быстрее работать. Потому что ночь... Столько усилий, а мы все равно под носом у монстров, и не хотят нас сожрать. Все, больше никаких дискуссий. Можно было бы сделать несколько этажей, но уже совсем поздно. В общем, ладно. Сойдет и так, заходим. Камин, давайте держать себя в руках. Дверь есть, что надо. Окна не надо. О, костер разожгли, все отлично. Прямо в доме? Ну... Сумасшедшие, что ли? А чё, оно из земли сделано? О, мне хочу что-то вам сказать. Пообещайте, что не будете сходить с ума. Что ещё? У меня есть печенье. Одна печенька на всех. Одно мне. Одно Оливии. Одно Джесси. Спасибо, Аксель. И одно для Рубена. Извини, Лукас, у меня только 4. Отдать печенье. Отдаем ему. Лукас наш новый друг, так сказать. Возьми. Не за что, не за что. Я настаиваю. Спасибо, Джесси. Ням-ням. Ням-ням. Это было для тебя, Джесси, а не для него.
Ням-ням. О. И что? Печенье. Сейчас. Все соснут. С кем вы предпочли сразиться? Сотней зомби размером с курицу или с десятком кур размером с зомби? Сделайте мудрый выбор. Хороший вопрос. Дай-ка подумаю. Это было в начале, в самой игре. Народ, как вы можете шутить в такое время? Петра все еще в опасности. Больше никаких шуток. Больше никаких шуток. Ладно. Не будем больше. Извиняюсь, я просто... Мы все понимаем. Что ж, ладно, надо немного отдохнуть, как только сможем, начнем поиски храма. Моя мысль такая, если мы начнем от портала и при этом разделимся... Так, решим это утром, или что? Ты постоянно цепляешься. Скорее всего, кое-чего не сделал. Ты один носишь эту дурацкую куртку. Не указывай нам, как быть. Возьми свои слова обратно. Не могу и не буду. Я ношу эту куртку, потому что я специалист по строительству. Но из этого не следует, что я не могу делать другие вещи. Джесси, твой приятель зарывается. Лукас, Аксель, успокойся. Успокойся? Ты он мне угрожал. Ничего он не делал. Немного ли от тебя вреда за один день? Из-за тебя Петра может быть в опасности. Я не собираюсь это терпеть. Знаете что, я, пожалуй, пойду, а вы тут разбирайтесь между собой. Нельзя тебе уходить, это слишком опасно. У нас есть выбор. Либо он уходит, либо остается. Никуда ты не пойдешь. Джесси, хватит. Мы все сейчас одна команда. Он остается. Мы не дали Лукасу уйти. Ух ты. А если бы дали? Интересно. Куры размером с зомби? Вот с кем бы я сразился. Потому что я голодный. Куры нам сейчас нужны. О! А, дождь пошел. Вот хорошо. Ну хорошо, что мы сделали дом с крышей. Не намокнем. Можно отдохнуть, выспаться и начать поиски с утра. Да? Все? Хватит, да? И на этом мы закончим, ребята. Да, ребята, конец этой серии. Встретимся в следующей серии, где будем искать храм Габриэля. Храм камня. Ну да. Это ну да. Орден камня. Орден камня. Ну все, всем пока, ребят. Пока-пока.